Всем привет! Я Павел Гайд, автор, исполнитель и ведущий программы «Музыкальный посредник». Приглашаю вас на очередной музыкальный воскресный бранч. Как всегда, вы услышите песни под гитару. Я покажу вам концертные записи. Сегодня вы услышите премьеру моей новой студийной песни «Сбегаю за булочками». Мы сможем общаться с вами в комментариях этого видео. И я немного расскажу вам о сегодняшнем празднике, который празднует католическая церковь и весь западный мир. И поддержит меня во всем этом моя гитара и огонь в доме. Можно заварить себе свежий кофе, налить чашечку чая и занимать места поудобнее. Итак, начинаем. 6 декабря в Германии отмечается Николаустаг, День Святого Николая. Считается, что в этот день Санкт-Николаус навещает детей и оставляет им в обуви сладости и небольшие подарки. Только Николаус любит, чтобы обувь была чистой, поэтому накануне вечером все детки стараются и начищают свои сапожки. Происходит это до тех пор, пока детки не подрастут и не догадаются, кто именно с большой родительской любовью наполняет сладостями чистую детскую обувь. А в этом году этот праздник совпал со вторым воскресным рождественским адвентом. Вы уже, наверное, заметили, что с 1 декабря я веду музыкальный рождественский календарь, так называемый адвентс-календарь. И каждый день за одной из дверок этого календаря я прячу для вас сюрприз, музыкальный сюрприз, одну из моих песен. И сегодня у нас тоже есть такой сюрприз. Это новая песня, которую мы записали в студии и аранжировку для которой сделал мой давнишний друг и прекрасный музыкант Олег Павленко. С удовольствием исполняю для вас эту песню «Сбегаю за булочками». Сбегай, бегай за булочками, тихими утренними улочками, лесенками, ступеньками я поднимусь к тебе. В очереди за поэтами не досталось куплетов мне, и вернулся поэтому я с тортиком в руке. Я тихо двери отворю и крепкий кофе заварю, зажгу свечу, и лишь потом тебя разбудит этот дом. За словом слово, кто о чем, и кофе пить уже не горячо. Ах, эта кухня, западня, смотри, прошло уже полдня. Ветрено, ветрено за окнами, лето недопето законное, осень просится в гости к нам, а к нам еще нельзя. Медленно оттягиваем время мы, жаль, что так не своевременно. Повстречались мы поэтому, пусть глубже стрелы нас пронзят, а нам уже не привыкать к такому счастью. И опять сидим и сладкий кофе пьем, как хорошо, что мы вдвоем. А хочешь, я тебе спою о том, как я тебя люблю. Ах, эта кухня, западня, смотри, прошло еще полдня. Зачем по мелочи печалиться, если день за окнами кончается?
Жизнь, похоже, только начинается, и вечность впереди. Солнышко на донышке закатится, и вино до капельки истратится, а песня навсегда с тобой останется, и нет конца любви, и нет конца любви. Ну и пока мы будем с вами общаться в комментариях этого видео, я покажу вам концертные записи. Зимой над землей кружится снег, и кажется, что голос не живет. На улице хозяин шарит, все закружило, потонули паруса. Я покажу вам сейчас видеозапись, а мы с вами продолжаем разговор. Еще будут зимы, незваные гости, скрывать позолоту и шелест листвы, роняя на землю кристальные горсти, небесные звезды, земные кресты. Белым снегом
еще будут зимы. Снег белая простынь, простынет земля, а постылит весь свет. Еще будут зимы, еще будут весны, сводит нас с ума горечь на небе. Краю нашли спасение.
спасение чудо боли на ладонях. Постелила нам постели чудо боли на ладонях. Постелила нам постель, путь, дорога, белый снег. Значит, будем жить мы длинный век, и не забуду эту ночь. В белом поле мы с тобою на краю нашли спасение чудо-поле на ладонях. Постелила нам постели чудо-поле, ха, а на ладонях. Постелила нам постели. Ну что ж, на этом моя сегодняшняя программа подходит к концу. Я прощаюсь с вами ненадолго. Через неделю мы увидимся с вами вновь. И, возможно, увидимся с вами где-нибудь на просторах интернета. Я стараюсь сейчас почаще выходить в прямые эфиры. Так что следите за тем, что происходит в моих группах, на моих страницах. И в моих профилях в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке и, конечно же, здесь на видеоканале в Ютубе. Я всегда очень рад вашей поддержке, вашим комментариям, вашим лайкам. Мне это очень приятно и придает мне всегда новых сил, чтобы работать над моими новыми песнями и новыми музыкальными программами. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, будьте здоровы и до скорых встреч. С вами был Павел Гайд. Счастливо. Я снова вернусь после долгой разлуки, войду и пожму знакомые руки, улыбкой согретой, счастливой, ненужной, и песнею спитой мне голову вскружит. Опять запоют нам волшебные звуки. Ведь мир этот Бог создавал мне для скуки. Мы будем петь долго друг другу и звездам. Вставать будет рано, а спать уже поздно. Но выпадет время нам снова расстаться, и кто-то из нас будет должен остаться, а кто-то уедет, а кто-то умчится. Мы станем на время свободны, как птицы. Та-ра-дам, па-ра-ра-ра-ра-дам, па-ра-п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 а
Грустит или смеется, луна серебром, а золото.